Город такой весь подготовленный. Все спокойно, хорошо все. На улице меньше машин стало. Вообще практически нету. Вот. А хотели бы с Путиным лично познакомиться? Да, конечно. Какие бы вопросы вы ему задавали? Вопросы. Какие планы по развитию молодежи в ближайшем будущем планируют осуществлять в нашей стране? Вот. Проблемы, может быть, какие-то вас интересуют, волнуют? Что бы вы спросили у него? Проблемы? Да. В принципе, все и так понятно. Вот как вы считаете, почему именно Чувашию выбрали? Чувашию? Ну, потому что у нас развита легкая атлетика и тому подобное. А сами в форуме не будете принимать участие? К сожалению, нет. А вы что можете сказать по этому поводу, по поводу приезда Путина? Чище. Да, чище. Хорошо, спасибо. А вы откуда? Можно спрашивать? Газета и портал «Про город». А, здесь местность, Павцарская? Да. Новочебоксарская. А вы отсюда сами? Да.